Итак, в Москве сейчас 1:25, 7 октября, суббота. Начинаем вскрытие 9-го уже блока с 5-го кейса. Вот блок, который будем вскрывать. Удачи всем участникам. Помню, в предыдущем блоке достали шилд. Является кейс-хитом в этой коллекции. Ну, карта один из одного. Но я думаю, что еще должно хватить хитов. И на оставшиеся два блока, никак не мог посчитать количество пакетов, стопки ровные, и начинаем. Пакет номер один коллекционеру Грин достается Екатерина Смоленцева, клуб Эгидель, тираж 25 экземпляров. Второй пакет также коллекционеру Грин. Илья Самсонов, тираж 18. Праздничной чемпионской формы магнитогорского металлурга. Пакет номер 3 организатору брейка достается логотип клуба «Авангард», первый номер с 28, Евгений Медведев. Четвертый пакет коллекционер «Фест» и Алексей Потапов, торпеда Нижний Новгород. Потапов просто доминирует в этом кейсе. Шилд, напомню, был именно этого игрока. Далее, пакет номер 5, Дмитрий Ше и Владислав Калетник, Игорь Макаров, ЦСКА. Тираж 25 экземпляров. Следующий пакет и пакет номер 6, да, джерси Ильи Ковальчука, первый номер из 50, отличная карта. Смотрите, с куском звезды. Мои поздравления Стасу. Пакет номер 7 и коллекционер Ктулху получает клюшку Джонатана Чичу. Тоже очень даже симпатичная карта. Пятый номер с 20. Восьмой пакет снова коллекционер ССК. На этот раз Александр Голиков под серией «Легенды хоккея». Переходим ко второй стопке. Пакет номер 9 и... организатору брейка достается игрок команды «Реактор» Булат Набиулин. Десятый пакет коллекционер «Грин» и Елена Дергачева, клуб «Торнадо», автограф. Роми 67 и два пакета подряд. Павел Шен, первый номер с 20. В пакете номер 11, в пакете номер 12, двойная джерси. Мэтт Эллисон, Анатолий Голышев, автомобилист, Динамо Минск, тираж 20 экземпляров. Далее 4 последних пакета. Коллекционер Фест получает базовую карту Алексея Ажгихина. Пакет номер 14, Дмитрий Ше и Денис Казанский, один из самых неожиданных, наверное, экспонатов в этой коллекции. Ну и последние два пакета также Андрею достаются. Пакет номер 15 содержит джерси Антона Назаревича тиражом 50 экземпляров, Динамо Санкт-Петербург. Ну а в пакете номер 16 Юрий Ляпкин, легенда хоккея. Девятый брейк окончен. До встречи в финальном 10-м.